сногсшибательной. Я признаюсь вам, что мы сами не ожидали такого эффекта. Участвовало 120 фотографов из 5 стран мира. Все захотели показать нашу прекрасную страну Беларусь. Сегодняшний вечер мы озвучим победителя конкурса. Им стала Ирина Гунева из города Верхний Двинск. Ее работа, по мнению жюри, полностью отображает творческое задание нашего конкурса и имеет глубокий художественный смысл. Финал конкурса – это не финал проекта «Golden Беларусь». Мы с радостью приглашаем всех желающих посмотреть на работы наших финалистов. Следите за новостями на сайте Альфа-Банка, и вы можете лично прийти и убедиться в том, что работы наших финалистов прекрасны. Огромное спасибо! Спасибо от Альфа-Банка всем фотографам, с которыми мы работали. Мы гордимся, что мы работали с вами. Себе, потому что трудилась целая команда. Готовились достаточно долго, выбирали модель, выбирали место. Это замечательная девушка, это сестра нашего продюсера съемки. Но я думаю, что душевная работа у нас все-таки вышла. Вы в Италию поедете? Очень хочу, вы что, это такой шанс. Я в шоке, я счастлива.